И сегодня поздравления принимал еще один участник битвы под Москвой, ветеран Иван Грузенкин. Ему памятную медаль в честь юбилейной даты вручил глава Красноярска Эдхамов Булатов. Иван Ефремович рассказал ему, что работал на линии фронта шофером порой по 20 часов в сутки. Немецкие войска подошли так близко к Москве, что их было видно в бинокль. И подоспевшее подкрепление воинов-сибиряков стало мощной силой, благодаря которой удалось отбросить врага от подступов к столице. В честь этого события на Волоколамском шоссе воздвигли особый монумент. Эдхамов Булатов отметил, что воспоминания фронтовиков важно сохранять и передавать молодому поколению, чтобы уроки истории позволили будущему поколению не сделать фатальных ошибок. На прощание глава города пожелал ветерану крепкого здоровья и пообещал, что они еще обязательно встретятся. Живите долго, Иван Ефремович. Спасибо. Здоровья вам, активности, чтобы все было хорошо. Пришли ко мне, спасибо большое. Дай Бог вам здоровья, удачи в работе. Это самое главное. Спасибо. А если будет в работе хорошо, и здоровье само будет хорошим. Вот спасибо. Мое пожелание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.